Вот, блин, перезаписывать. Да fuck you, блин, эту игру, блин, стало. Лайк, подписка на канал, блин, Макс, давай по-бырому, все. Давай, ух ты, во, оценку стал. Вот так делай. Так нажимаете все кнопочки, и все будет шикарно. Штука рабочая. Вот, подписывайся на канал Макс Риск, черт побери. Также лайк ставь, черт побери. Смотри ролики, черт побери. Подписывайся на постные каналы, черт побери. И все такое, черт побери. Так. Черт побери, начинаем продолжение. Вообще-то я дом понимать, чем дело идется. Так, мы с ним будем воевать с ним, как я понимаю. Нет, да, не знаю. Больше мы тебя захватим, еще понял. Так, если не сработает, если мы там тимимся, то я захвачу здесь. Я хочу весь мир захватить, ясно? По-бырому сказал 376. Чтобы было что? Не слышу. Правильно. Выработка пехотов. Сейчас на 88, а так у нас будет еще 22%. 376, в принципе. Да, в принципе, они сейчас идут, в принципе, 9 часов, но это мало, хочу больше. Не буду, да как, шикарно, 376, давай. Куплю, поставлю. Тем более, денежек уже не хватает. Я тут, кстати, хотел показать гайд вам, друзья, кто не перематывает, слушайте. Покупаете это все, продаете, да? За 8 тысяч. Раз, два, три. Сколько получаете? 62 тысячи рублей, там, долларов, неважно. А те нажимаете, вы продаете. Вы продаете то, что они сказали, а теперь вы продаете. Сейчас какая цена минимальная? 10 можно. 10, реально. Вот просто муа, гайд вам. Так, как там? Твою магнитову, как там говорил? 10, 6 тысяч. А, да, 8 тысяч говорил, помнишь? Так, 8 тысяч. Вписываем здесь так же само. 8 и 3 нуля. Можете пересмотреть, кто не верит. И что я вижу? Бах, плюс 10к рублей. Йоу. Ну, вроде бы классно. Кстати, можно эту точку так, чтобы сэкономить. Ну, что скажу. Блин. Да нормально. Главное, что мы не были тут последними. 8 тысяч ровно. Ну, если хочешь по бизнесу, да, по бизнесу, то давай делать 10-10. Так, ну да, не скрываю, что у тебя столько есть. Вот так вот. Все, ты топ один. Красавчик. Железо можно, в принципе, продать. Да. Да, бизнес там такое еще. Вот это вообще никто не покупает. Так, сколько стоит? Железо. Вот вечно железо. 1500. Во. Ну да, но я продаю уже. Кто купит, то будет молодец. 1500. Ну, 280. О, угадал. Настроим. Чтобы было больше пехотов. Это моя тактика. Так. Моя тактика ясна. Установлена, повержена. Вот тут четко все. Ну, почти. Эх, уже денег нет. В общем-то, доходим вам его, если чувак наш, напарк. Кстати, прикольно тачку тебе. Если нападет чувак, это тачки защищают нас больше. Они реально зачерные. Но в обороне 2.4, а обычный пехот 0.9. 2.4, шикарно. Так что, если будешь нападать, реально, если ты будешь реально нападать. Напишем ему. Австро-Венгриан. Привет. Союз мира. Привет. Могу но напасть на Австрию. Напасть на Австрию. На Австрию из полища. Ну как? Отправляем. Бам! Вдвоем скушаем, да? Так, бам, попало. Хорошие куски. Просто вижу, что... Кстати, ты не пехота. Ты не пехота. В смысле? Что значит? По-любому. Тут один есть. Так что, друзья, готовьтесь. Нужно сейчас брать всех пехотов.
А также сюда напасть, да, в принципе. Не забывать про это еще. Собираем вообще-то купы. Россию мы не будем трогать, она просто может. Ой, как напасть шикарно. Так, ну что дальше -то? А, ятер заторится. Где мы смотрели с вами врага? Ну, напарника. Тихо, не скрывайте, да? Я потом в конце будем воевать с ним. О! Что за дичь? Понял. Францию. Не понял. Италия напала. Не понял. А, я понял. Вам считаем, мы с ним война еще такое. Личка ничего не пишет. Районный с ним праздника поздравил. Офигеть, чуть за фигня. А, крипс такая жесткая. Ух тебе, блин. Ну что там он думает, кстати. Не, он сражается, в принципе. Россия тут ничего не делает, да? Блин, у нас уголь падает, что за фигня? И газ, блин. Мы так не договаривались. Давай так, ты с Россией, я то отправляю все войска. Потому что-то капец что происходит. Когда ты дойдешь, чувак? 16 часов, а ты сколько? 2 часа. Ну ладно. Так, ну да, мы тут куски захватили, в принципе. Франция меня агрессирует, теперь, блин. Нормально, Италия напала на кого-то. Ну, с ресурсами мощный, йоу. Что сделать? Машина для дефа, говоришь? Да, думаю, что ну поставить и все такое, да? Вот что нам нужно. 376, 376, чтобы было больше пехота. Победили мы так. Ну, в принципе, акция прикольная. Такая недорогая, недорогая, в принципе. Сейчас могу так сделать, да? Так. Вот. Ну, давай. Ну, а что делать? То тачка будет запасная. Прокатиться. 750, 750. 750, 750, говоришь. 700. 52 50 50. Ой, а я что-то купил. Нормально. Висят. Сейчас так дрова сжечь буду. Сжигать. Капец, да? Нам проблем, чтобы экономику соблюдать точно тактикам. Так кто побежал мне в казармы? Не понимаю. Вообще, слушайте. А. Ну это вроде не важно. Так как? 376, 376. Да, с этой экономикой только нужно так вылазить из боргов. Уже оно, капец, даже хотел продать, не успел. 1500, блин, здорово. Так, чувак, нужно что-то думать, это арена. Кому-то дадут одну страну, блин, я потом буду жалеть об этом, слушайте. А по одному можно, в принципе, призывать, да? Чтобы они воевали, ну а почему бы нет? Когда придешь, на часов? То есть ты раньше придешь, да? О, блин, дело дрянь. А ты, а тут только один чувак, туда нападешь. Подашь на него первый, да? Так, тут, значит, у нас тоже 3 на 3, так скажем. Тут нечего-то, я думаю, так сделать. Зря напал, говорят. Да ладно, побежимся. 3.2. Да денег нет, блин. Во, бизнесмен, бизнесмен. Я бизнесмен. Я бизнесмен, да? Как ты ханика мне рассказываешь. Это бизнес, я скажу. Дядка, бам. О, ну тут реванш эти шаг. О, уже столько нормально. Теперь сможешь купить, продать.
Ё-моё! 1500, чтобы у нас было что? Правильно. Пехоты. 1500. Я как балуюсь с этими цифрами. Так, и дрова продать, чтобы экономику соблюдать. Делиться, потом они будут, и со мной не будут воевать, как понимаю. Это не точно так. Блин, почему у нас так как-то, знаешь... Ну, ты тем более, вот враг, если будет рядом, то он захватит Любасу. Поэтому, чуваки, давайте не будь палить сейчас. Только закрою проходики. А то реально открытый весь такой, хо-ля-ля, о-ля-ля, капец, у нас просто нет пехоты, блин, а вот это, блин, странно, я есть пехоты, вот каждый из них хватит, три пехоты, капец, тут тоже три, как минимум, максимум, да, а, так, я занимаю, о, ха, я даже чем-то ему Германия круче, 23 гектара занимаю, нормально, уже круче, чем Россия. Ох, какая страна. Ну, отлично, экономика будет просто муа. Так, ладно. Что-то нужно думать с этим, да? Ну, это уже в следующем серии. Там еще Турция или как там, Франция, узнаем потом.